5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы S-Nature. Обычная база, для которой не нужна даже C4. Редкость, но такие базы еще существуют. Здесь, насколько я помню, должно быть 4-5 ящиков, которые находятся именно вот за такой вот стеночкой второго уровня. Тут, по идее, да, верстак. Каждый раз сюда иду и ошибаюсь, надо заходить через дверь, я сюда и захожу. В общем, это единственные 4 ящика, которые есть на базе. Я ее потом всю открою и покажу вам, но больше ящиков вы тут не найдете. Готово. Вот как видите, в этой части базы ничего нету, заходить сюда не стоит. Здесь я ящики сломал, верстак пустой, столы. Так, тут у нас получается 5 дуба, и во втором должно быть то же самое, по идее. И еще 5 дуба, да. Текс. Тут у нас каменные блоки. Мне не интересно это. Гаечные ключи. Транзисторы я заберу. Микросхема заберу. Да, это, кстати, полноценный рейд. Это меня не рейдили. У меня с базы ничего не выносили. Так что все, что найду здесь я, найдете и вы. Если вам эта база попадется. Так, здесь вот это можно забрать, аптечки, слитки пускай будут, хотя у меня это хрена уже на базе слитков, и здесь доски, и, кстати, бревные доски я бы забрал, морковку можно схавать, а, ну и все, давайте вот это сломаю напоследок, может тут что найду, слитки, ну вот как раз у меня топорик бэушный. Здесь тоже ничего интересного. Байка вроде бы как нету. Там только мой стоит. А, ну и в смысле... Воровать мне тут уже нечего. Можно, в принципе, зайти вот отсюда. Здесь сушилки. И потом пробить вот сюда. Если вы не хотите иметь дело с зомбами. Или тратить там бинты, аптечки или свой сет. Можно вполне себе зайти вот с этих проходов. Ну а на этом все. Надеюсь, рейд вам понравился. Вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.